Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор седьмого каталога. Дам вам свои отзывы о новинках прошлого каталога, обсудим, что стоит покупать, что нет. Итак, поехали. Сразу скажу, что цены в каталоге еще не действительны, они не будут совпадать с теми, которые на сайте. Но многие акции, например, желтые ценники и так далее, они срабатывают. У нас теперь в личном кабинете просто есть раздел «Суперцена». Там мы и смотрим все актуальные цены. И некоторые товары даже дешевле, чем в каталоге, поэтому смотрим, наблюдаем. Все будет видно только в понедельник. Да? И пока еще, девчонки, у нас с вами 500 рублей за подарок за регистрацию. Мы не знаем, какой будет подарок новичкам с понедельника. Да? Кто не зарегистрировался, конечно, всех прошу. Ссылка под видео, будем общаться. А теперь поехали. Кстати, программа «Лайк». Многие девчонки пишут, до сих пор еще не знают, не в курсе новостей компании, заморожена. Но, выполняя ее условия, я уверена, что компания своих консультантов поощрит. VIP-программа частично заморожена, частично есть какие-то бонусы. Со скидкой 70% мы берем товар по VIP-программе, да. И мы можем брать также каталоги со скидкой по VIP-программе. Но акция с парогенератором, она пока тоже заморожена. Может быть, что-то и будет, и тоже при выполнении условий компания как-то консультантов своих поощрит. У нас с вами новая коллекция купальников, да, очень симпатичная. Мне, кстати, нравится, и нравится больше, чем прошлогодняя. Она довольно лаконична. Вот этот бежевый цвет смотрится красиво на загорелом теле, прям классно. Такая леопардовая, да. Очки. У меня есть практически все очки Faberlic. Подумаю, может быть, возьму какие-нибудь. Довольно крупная оправа, мне кажется, худенькому узенькому личку не подойдет, да, но если судить по модели, а так придет и надо смотреть, конечно. Так, что у нас здесь еще? Поясочек в подарок будет, будем смотреть по акциям, может быть, и не будет. Вот эти очки тоже большие, Беатрис, прям большие-большие, тоже не каждому далеко подойдут. Посмотрю, может быть, какие-то и возьму, и с вами посмотрим. А мне, кстати, не хватает купальников не как лиф сделанных, да, а с завязочкой на шее. Я не люблю купальники, сделанные как лиф. Я вот иногда, когда купальник сильно понравился, я его беру, отрезаю сзади бретельки. Ну, допустим, вот в этом будет так хорошо смотреться. Сзади бретельки отрезаю, завязываю их на шее. Ну, как бы делаю так, чтобы все было аккуратно и незаметно. Здесь почему-то все купальники как лиф. Вот мне не нравится, честно скажу. Такое ощущение, что ты в белье, да. Это платьишки, по-моему, с прошлого года у нас с вами, если я не ошибаюсь. Так же, как и шляпки. Много интересного. В прошлом году шлепки мне так и не достались. Вообще вещь нужная. Посмотрю, может быть, в этом закуплюсь. Да? У нас теперь, смотрите, электронные подарочные сертификаты есть. Они давно уже появились. И каждый может приобрести и подарить кому-нибудь. Да? Классная идея, классная задумка. Поощрять так консультантов можно, да. Серия лета. Что касается серии лета. Я попробовала крем 30 SPF для лица. И что могу сказать? Есть у меня подробный обзор на этот крем. Ссылка на обзор всегда под видео. Можете его посмотреть, кто не видел. Да, сначала ложится как жирный масляный блин. Сразу скажу, что кожа у меня сейчас в нормальном состоянии. Она не жирная, не сухая, не комбинированная. Летом, скорее всего, будет жирная. И сейчас мне очень комфортно с этим кремом. Он сначала ложится как жирный блин, да, а наносить крем с SPF нам нужно в большом количестве. То есть нанести граммульку и распределить, чтобы он не чувствовался, не было этого блина, не прокатит, тогда он не будет работать. Есть такое правило чайной ложки, что целую чайную ложку нам нужно нанести с вами на лицо и на шею. Да? Я не чайную, конечно, наношу, но 2/3 чайной тоже и жду полного впитывания. Наношу на свои уходовые средства, то есть сначала свой уходовый крем. Лицо очистила, как всегда, с утра уходовый крем, тоник, сыворотку, все как полагается. Когда мой уход впитывается, я наношу крем с SPF и жду тоже, пока он впитается. Как правило, это где-то полчаса. Конечно, когда ты идешь на работу, куда-то утром спешишь, то вообще, ну, не знаю, не вариант ждать, пока впитается. Да? Но я жду, и когда он впитывается, никакого жирного следа не остается, макияж ложится прекрасно, Т-зона не блестит по прошествии времени какого-то, поэтому пока я пользуюсь с удовольствием. Возможно, на лето он мне будет тяжеловат, и буду пробовать что-то еще. Вот так. У вас какое мнение сложилось, девчонки, пишите, и как вы применяете тоже обязательно. У нас новые гели для душа в линейке Bonjourna. Очень интересно, манго, обожаю, цветок банана, смотрите. А здесь у нас кофе и коричневый сахар. Обязательно возьму оба, будем пробовать. Гели на эти гели для душа цена так и осталась демократичной и очень достойной. В магазинах сейчас гораздо дороже, а гели потрясающие, поэтому да. Вот эту серию тоже зауважала. Впереди лето, да, держим себя в форме, скоро сядем вместе на ПП. В Телеграм обязательно, ссылка на Телеграм всегда под видео.
Очень нравится скраб, и кремы нравятся из этой серии. Серия действительно работает. Так же, как и биоглоу, ее всегда рекомендую для возрастной сухой кожи и нормальной, потому что жирная она будет тяжеловата. Там есть довольно маслянистые текстуры в некоторых продуктах, да. Аквадепротофина серия мне не нравится, поэтому я про нее даже говорить не буду. Переводные наклейки летние, смотрите какие. Ну, в принципе, если тематический маникюр сделать и подобрать в одной гамме, ну вот я листики бы с удовольствием сделала на лето. Посмотрю, скорее всего, возьму. Смотрите, 3D-рисунок. Интересно, 3D-рисунка, по-моему, еще у нас в Фаберлик не было в наклейках, да? Будем смотреть, как раз послезавтра на маникюр. Уже ногти сильно отросли. Но без этих пока наклеечек. Тушь у нас First Class, она тоже идет пока по очень демократичной цене, не 199 рублей, конечно, она на сайте 200 с небольшим, но тем не менее, тушь обалденная, своих денег однозначно стоит. Я на постоянной основе пользуюсь коричневой, всегда спрашиваете под видео, какая тушь, уже несколько месяцев, и пока не собираюсь менять, если что-то новенькое не выпустят, у меня коричневая тушь First Class. Она крутая, действительно крутая, и объем, и удлинение очень-очень достойное. Какой выбрать тональный крем обладательницам жирной комбинированной кожи на теплое время года? Я обожаю кушон, потому что он слегка матирует, он очень хорошо выравнивает, но это моя любовь. Я не планирую даже что-то другое брать или пробовать, потому что ну, это восторг, это просто восторг. Очень круто, что можно взять его со скидкой 70% в программе Like, когда она будет работать, да, я так всегда и делаю, или по VIP-программе. Кушон – это что-то с чем-то, что ICOL, что Babyface, они очень-очень крутые. И сейчас покажу, что еще очень хорошо подходит жирной коже, но почему-то здесь… А, вот оно, тональное средство для лица. Смотрите, сколько будет стоить на сайте, да, 66,60, 66,61, 66,62 с экстрактом чайного дерева. Очень хорошо подойдет, очень бюджетный тональный крем, и хорошо подойдет жирной комбинированной коже именно на теплое время года. Присмотритесь обязательно. Про пуртужур. Слышала отзывы, не стала брать духи, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, мне не нравится сам аромат пуртужур, который был. Я его брала, я его кому-то задарила, потому что вроде как показался интересным, но когда поносила на себе, поняла, что это вообще не мое абсолютно. Но я знаю, его многие очень любят. Катюша Матис очень здорово описывала впечатление первое от этого парфюма, точнее, от этих духов. Да, у нас теперь с вами духи. И парфюмерную воду тоже обновили. Она будет с хорошей очень скидкой. Кто любит, можно запасаться. То есть минус скидка консультант вообще рублей 900 выйдет, да? В объеме 50 мл. Духи в объеме 50 мл дороже. Кто-то говорил, что духи не похож на воду. Катюшка вот в том числе именно говорила об этом, да? А я склонна доверять ее мнению, что вот не то, что не похож, а другая. Другая, немножко другая. Немножко другие духи, нежели парфюмерная вода. Кто пробовал, девчонки, напишите, похожи или нет, кто брал себе духи. В прошлом каталоге мне не удалось взять масляные духи. Они появились, но появились после обеда. Если я бы сделала заказ после обеда, он пришел бы на 2 дня позже, поэтому я всегда делаю в понедельник с утра. Мне очень хотелось взять зеленые именно духи. Они в объеме 30 мл, флакончик меньше. Если на начало действия каталога они будут, я возьму обязательно, потому что мне интересно сравнить, мне интересно потестировать. Многие жалуются, что именно парфюмерная вода совсем не стойкая, особенно зеленая быстро пропадает. У меня она тоже с кожей улетучивается, но все равно я ей упиваюсь. Мне очень нравится этот аромат. Для меня он безумно похож на императрицу, да? Кто-то говорит, не такой шлиф. И, девчонки, а что вы хотите за 600 рублей? 600 рублей цена консультанта со скидкой, когда они в каталоге дешевле, да? Что вы за 600 рублей хотите, чтобы он на Дольче Габбану шлейфом был похож, простите меня? Но это смешно. Поэтому хочу взять именно духи. Тоже цена вообще смешная, просто смех. И сравнить. Хотя на одежде у меня зеленый аромат держится долго. Ну, 2 дня точно. А с кожи улетает, да, моментально. Пробников тоже не было на момент заказа вот этой вот воды. Слышала много отзывов, слышала, что многим понравился именно Day, вот этот вот с голубой, с синей печатью, да. Буду брать, естественно, пробники, здесь есть артикулы на них в каталоге. И посмотрю, думаю, что что-то да понравится. Я почему-то склонна, что Day тоже понравится, если понравится, обязательно возьму мужу, да. Новиночки в серии Aromia, да, со скидкой 50%. Кстати, чистота и тонус 299 рублей. А почему такой разброс цен? Ну, будем смотреть, конечно, на сайте. Это у нас лимон, да? Эфирное масло лимон, эфирное масло лаванды прям очень дорогое. Ну, видимо, лимона много, лаванды мало. И чайное дерево 399. Натуральное эфирное масло стоит, конечно, дороже, если оно натуральное. И да, я здесь согласна. Серия гиалуронка. Что могу сказать? Моя кожа тоже выпивает эту серию, девчонки. Очень нравится моей коже такой уход. Здесь тоже отзывы разделились, у кого-то крем тональный потом скатывается на лице после применения кремов из этой серии,
Что хочу сказать по поводу концентрата. Его я наношу только на ночь. Потому что, да, он на день может тяжеловат быть. Хотя у меня и с ним не скатывается тональный крем, но я тональный крем не использую, девчонки, у меня кушон. А кушон мы по лицу не размазываем, как тональный крем, а прихлопываем, поэтому у меня ничего и с ним не скатывается, я пробовала и на день. Да? А если брать кремы, то ну, вообще все нормально. Не знаю почему. Может быть, надо поработать, дать крему на коже, прежде чем наносить макияж. Но в любом случае, концентрат мы используем только на ночь, да, чтобы не было никаких проблем. А на день крем. А на ночь концентрат и крем. Я вот так пользуюсь, у меня кожа эту серию выпивает, я вижу результат, кожа более упругая, прям вот классно, мне нравится действительно. Серия работающая, и смотрела Катюшку, тоже канал Faberlic Love, она разбирала эту серию и сказала, что по составу она прям люкс. Поэтому почему нет? Цены вообще на нее очень бюджетные, пользоваться можно и даже нужно. Вот он, кстати, концентрат, я там что-то не туда, наверное, показывала. Он самый дорогой из этой серии, но... У меня кожа прям довольна. Сказать, что лучше One Week Miracle, нет, здесь совсем различные направления, вот совсем различные, да. Поэтому чередовать такие линейки вообще круто, на самом деле. Так, смотрите, какая новинка, криосфера для лица и маска-бандаж, вообще потрясающие. Вот эта тема уже давно в корейских магазинах и в китайских есть, как бы. Но когда она в твоем магазине, еще и по такой цене, со скидкой консультанта 300 рублей будет, я хочу, конечно, взять, попробовать, надеюсь, мне достанется. И криосферы тоже хочу. Все здорово, все классно, замечательно. Опять много новинок интересных. Вкладываемся в себя, в свое здоровье, в свою молодость, поэтому здесь вообще даже разговора теперь нет. А Global Oxygen тоже серия классная. На лето жирная кожа подбирает себе уход и смотрит обязательно на кислородный баланс. Дневной крем для лица. Всегда его рекомендую. Он слегка матирует. Он очень легкий, невесомый. Вы его на коже чувствовать не будете. На теплое время года жирной кожей комбинированный. Прям класс. Щетка для лица. Я тоже безумно довольна. Мне очень нравится. Особенно силиконовая сторона чистит изумительно. А вот эта сторона из микрофибры, она уже так дочищает, скажем так. Она просто нереально мягкая, ну просто нереально мягкая, если вы не любите агрессивный уход, да. А многие девчонки сказали, что дешевле в фиксе, дешевле еще где-то, такие же, приблизительно такие же, с ручками. Удобно ли вам держать? Мне удобно такую щетку держать, мне удобно то, что ее можно повесить, у меня для таких щеточек отдельная вешалочка в ванной выделена, да. И мне удобно ей пользоваться, никаких нареканий, зачем я буду брать фикс, когда у меня здесь скидка, да, когда у меня здесь зарплата. Ну, смысла не вижу, выходит 200 с чем-то рублей, а фиксе на 199, ну разница не такая большая на самом деле получается-то. С хорошей скидкой будет или не будет, активная сыворотка для роста ресниц. Я про эти два продукта вам давно не рассказывала, они действительно работают. А наносим на постоянной основе на ночь. Два раза в день я никогда не наносила, потому что это неудобно. Сначала нанести сыворотку, потом тушь, хотя можно и так. Вот эта щеточка с таким наконечником, она просто еще удобнее. Я их никогда не разделяла для ресниц и бровей. Что было по скидке, то брала, тем и пользовалась и для ресниц, и для бровей. Через 10 дней где-то замечаешь результат, ресницы и брови становятся почему-то темнее. Не знаю, и растут много новых, я уже рассказывала вам эту историю. Мне прям вот здесь в уголках глаза начинали аж ресницы расти. Ну, как бы все нормально, ничего такого. Никакого дискомфорта, так что сыворотки действительно работают. Кто после наращивания особенно, я вам прям советую к ним присмотреться. Они очень крутые. Вот и кушойчик Асиул, тоже обожаю его, обожаю, но сейчас просто сменный блок есть в серии Baby Face, поэтому его и беру. Еще гиалуроновый гель Aloe Vera, тоже для жирной комбинированной кожи на лето, очень хорошо. Цена вообще смешная, надеюсь, на сайте будет не сильно дороже, но наносим его немного, иначе будет липкость. Прям совсем чуть-чуть на тоник, прям и все, прям капелюшечку. Банки Восторг, есть видео отдельное тоже о банках, в инфобоксе будет, как правильно делать массаж лица банками. Стараюсь делать каждый день, эффект вижу. Буду брать универсальный крем с аргинином. Закончился. Хочу, потому что все-таки этот крем работает. Возможно, это слабее предыдущего выпуска, но работает. Обязательно буду брать в этом или в следующем каталоге, потому что у меня пока есть запас крем-винотоник, потому что сейчас весной и летом движение вообще просто очень много. Больше 10 тысяч шагов получается в день, да? Ноги к вечеру гудят, они просто отваливаются. И я очень люблю помазать крем винотоник два раза в день, когда много хожу, да, с утра и вечером. Задрать ножки на стенку, и все, и кайф, и супер, и класс. С прокладками надо запасаться, у меня все запасы покончались, прокладки на сайте появились, периодически на склады поступают, поэтому... Берем, запасаемся. А жидкое мыло какое-нибудь возьму в запас, потому что тоже все разлила уже. А мне очень нравится сорбет. Лаймовый сорбет, правильно, что? 500 мл 179 рублей. Со скидкой консультанта 130 рублей 500 мл. Это очень шикарно. Вот этой серии не было в прошлом каталоге в новинках. Если будет в этот раз, я обязательно возьму, и мы с вами потестируем. Гели для душа Ботаника в объеме, девчонки. 500 мл, где объем-то?
Да, 400 миллилитров. То есть объем большой, тоже выходит очень бюджетно, вообще копейки, антикризисная цена. Возможно, будет и дешевле даже на сайте, а может быть дороже, но если дороже, то прям совсем-совсем чуть-чуть. Возьму, скорее всего, фаберликовский осветлитель. Вот он, потому что еще немножечко цвет мне подчистить надо. Кто не видел видео, осветлялась я недавно. Сейчас немножко волосики постанавливаю и хочу чуть-чуть почистить цвет местами, потому что он не совсем однородный, и уже к какому-то результату красивому прийти. Заказала интересное средство для тонировки, потом с вами тоже в обзоре будем обсуждать это все. Естественно, теперь опять возвращаюсь к серии Blonde Icon, потому что она действительно крутая. Когда я была блондинкой, я ей пользовалась интенсивно, и могу сказать, что и шампунь, и маска работают просто великолепно. Бальзам не брала, потому что он практически не оттеночный, да? А вот маска, она такая яркая, насыщенная. Так, где у нас маска? Вот маска, самый дорогой продукт. А, и шампунь тоже. Она действительно крутая. Я ее наношу, причем, ну, минут на 10-15 я с ней хожу, да. И никакой желтизны, нейтрализует великолепно, поэтому серия действительно работающая, ее очень люблю. Морошка тоже по прекрасным ценам на сайте. Серия для волос просто великолепная. Поэтому есть что взять. Кофе в каталоге со скидкой. Надеюсь, что и на сайте будет со скидкой, потому что мой кончается. После Фаберлик я не могу пить другой кофе. Для меня это вода водой, вот честно, девчонки. Смотрите, что появляется. Ох, как я этого ждала. Л-карнитин способствует расщеплению жировой клетчатки и переработке ее в энергию. Л-карнитин, витамины, жиросжигание, стимулирует метаболизм. Это нужно всем сейчас, потому что у нас сидячий образ жизни практически у многих. И снижение уровня холестерина. Девочки, как я ждала эту добавку. И вы ждали, я уверена. Обязательно будем брать, обязательно будем пить. Потрясающе, просто потрясающе. Хочу еще и Лесвит взять. И Color Block. Короче, я много чего хочу на самом деле. Поэтому будем брать. Сейчас пью кельп. Классный, классный бат. Ничего плохого пока не могу сказать. И пью, девочки, что у нас? Антипаразитарный комплекс. И хотела вам сказать, смотрите, как дорого он стоит в каталоге. Может, на сайте подешевле будет. Он слабит. Он действительно слабит. И так, ну, нехило слабит, я вам скажу. Поэтому имейте в виду. Вот этот массажер мне тоже в прошлый раз не достался. Если будет на сайте, я хочу его взять, потому что я такие вещи очень люблю. Так же, как и корректор осанки мне не достался. Хочу обязательно, надеюсь, будет на складе, потому что все мы с вами сейчас горбимся из-за этого сидячего образа жизни, да? Постоянно над осанкой надо работать. Из-за того, что мы горбимся, у нас с вами болит спина постоянно. Посуду новую хочу, девчонки, все хочу. Все хочу. Я не знаю, как ограничить себя стабалами. Минажница, тарелка круглая, салатник, тарелка овальная, кружка с крышкой. Вот эта посуда мне, кстати, очень нравится. А у меня из прошлой коллекции, я забыла, что было. Вот из бежевой я брала. А мне сейчас вот пока под цвет кухни, которая у меня сейчас, подходит именно вот эта. Очень красиво. И она безумно легкая, вот эта посуда. Она не бьющаяся. Она из волокна пшеницы. У меня доска была, да, разделочная, точно. Не токсично, безопасно. Ну, вообще супер. Обязательно что-нибудь из посуды возьму. От корбов этих я вообще в диком восторге тоже. Как-нибудь пополню обязательно свою коллекцию. Нравится. Полотенца тоньше, чем были. Гораздо тоньше, чем были новая коллекция. Поэтому, если хотите обновить полотенца, берите из старой коллекции. Они в 100 раз лучше. Плотнее и лучше впитывают. В прошлый раз девочка мне написала, только вы, говорит, сказали правду и сказали, что они тоньше. Все нахваливают и нахвалят, но они действительно тоньше. Вы меня прекрасно знаете, я вам всегда говорю, как есть. Да? Мое мнение тоже может быть ошибочным, но оно мое, и говорю, как есть. Если я вам всегда говорю, вот это средство моющее, универсальное, зеленое, я вообще влюбилась, девчонки. Тут посмотрите, на него аж сцену задрали. Ну, будем смотреть на сайте. Это моя любовь. Как оно чистит раковину. Залила, пришла, стерла, все. Она блестит идеально. Мы с вами в видео тоже его тестировали. И плиту, и раковину мне так нравится. И действительно, раковина как-то дольше остается без налета, дольше остается чистой. Поэтому это моя новая любовь. Прям обожаю. Кондиционерчики, всякие средства моющие. Будем смотреть на момент начала действия каталога, что будет как бы по адекватной цене, то и будем брать. Поэтому я на этом не зацикливаюсь. Я, девчонки, знаете, что рефрешер не рвала, а он мне как раз был нужен. Ксюшке юбку фатиновую разглаживать на выступление. Не было тоже. Потом выбросили на сайт попозже. Если будет, обязательно возьму, потестирую. Тоже новинку, которую я ждала. Фаберлик, если вы меня слышите, давайте еще памперсы забацаем прям по-быстрому. И вообще, и все. И все, и вообще красота. Влажная туалетная бумага, девчонки, смываемая. Вообще крутяк. Где-то 90 рублей она будет со скидкой по каталогу. Ой, со скидкой консультанта, если на нее останется эта цена. Здесь 40 штук. Классный состав. Вообще просто супер. Просто супер. Можно смывать унитаз. Это мечта, а не новинка.
Гель для устранения профилактики засоров. Тоже, наконец-то, ура, ура, аллилуйя. Фаберлик вообще так радует. Я с таким удовольствием сейчас делаю заказы, девчонки, как никогда. Всегда с удовольствием, а сейчас вот просто. Надеюсь, что тоже будет на складе. Будем тестировать обязательно. Все, что нам нужно для дома, все есть. Смотрите, уникальная сетчатая структура с твердыми узелками и прочными ребрами. Будем брать с вами эту салфетку обязательно. Обязательно возьмем новиночку и потестируем. Кстати, вот это вот средство пенный очиститель для ковров. Сейчас вообще без него жизни не представляю, потому что мы купили ковер, так как полы пока возможности поменять нет. И нет, но Крестюшка его где-нибудь чем-нибудь уделает, да? И я прям раз пшикала, щеточкой прошлась, все, коврик идеально чистый. Слушайте, вообще вещь появилась тоже вот как раз вовремя и как раз то, что нужно. Поэтому если у вас ковры, если у вас особенно дети, прям вот берите. Ну, очень удобная коллекция бельишка. Посмотрю, может, что-то и возьму. Ну и надежде мы с вами останавливаться не будем. На этом обзор заканчиваю. Ссылка для регистрации всегда под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.